Сегодня утром проснулись и обнаружили вот такую картину. Весь цветок перерыт, земля. Кругом земля на подоконнике, на батарее, на полу. Матрасик весь загажен. В общем, караул. И сидит виновница всего этого. Вот она сидит. Вот она, непослушная девочка. Что это такое? Это крот, наверное, у нас завелся. И тут нору он нарыл. Аж корни повылазили у цветка. Такого еще не было. Ай-яй-яй. Ты же большая кошка уже, Линда. Бессовестно вообще. Как бороться? Уже фольгой закрывали землю. Бесполезно. Порвала ее на мелкие куски. Давай, уходи из земли. Будешь сейчас помогать убирать все это. У кого еще есть такая проблема, поделитесь советом, как бороться с этим. Уберечь цветочные горшки от кошки. Линда, что с тобой делать, а? Как тебя воспитывать? Она играется. Ну. Нельзя. Вообще, будем что-то думать.